Мы находимся на презентации компании MSI, где представлены новые модели материнок на новом чипсете Intel Z170. В новом поколении ставку сделали на основную публику, на геймеров, поэтому большинство моделей смотрятся весьма впечатляюще. Новый набор системной логики и процессоры шестого поколения Skylake принесли много нового, в частности, полноценную поддержку памяти типа DDR4, более производительные интерфейсы для твердотельных накопителей, скоростные интерфейсы USB 3.1 второго поколения и многое другое, что незаметно глазу, но сказывается на общей производительности системы. Новый модельный ряд сильно отличается от предыдущего. Даже недорогие материнские платы, порядка $70, выглядят соответственно, имеют все необходимые фишки игровые, будь то приоритизация трафика, крутая звуковая система, подсветка и многое другое. Новый чипсет привнес некий ребрендинг. Будет всего 4 типа материнских плат. Enthusiast – самые крутые. Performance – среднячок на уровне энтузиаста, но меньше приколов для оверклокинга. Arsenal – доступные материнские платы, которые будут отличаться хорошим внешним видом, нужными геймерскими фишками, ну и замечательной подсветкой. Серия Performance ориентирована преимущественно на геймеров, но возможность разгона в них, разумеется, тоже присутствует. Основной фишкой этой серии станет яркий дизайн. Помимо привлекательного внешнего вида, платы будут сверкать всеми цветами радуги, что определенно понравится поклонникам моддинга. Единственное, чего здесь нет, это порта USB 3.0. Его теперь вообще нигде нет, везде USB 3.1. USB 3.0 переименовали задним числом USB 3.1 Gen 1. Серия Arsenal, самая бюджетная из игровых плат нового поколения, ориентирована на игроков со скромным бюджетом и высокими запросами к внешнему виду платы. Модели этой серии имеют забавные милитаристические названия, вроде «Базука» или «Граната». Все платы M-серии комплектуются новым сетевым контроллером Killer E2400, который, кстати, больше не принадлежит компании Qualcomm. Флагманом сегодняшней выставки выступила материнская плата Z170A X-Power Gaming Titanium. Знаменитая серия X-Power, которую мы привыкли видеть в черно-желтом цвете. Теперь выполнена в металлике, поэтому называется Titanium. Самая крутая серия Enthusiast – это гордость MSI. Модели этой серии предназначены для сборки суперпроизводительных систем или игр-оверклокеров. Помимо топовой X-Power, серия Enthusiast – топовая серия – представлена платами серии M. M5, M7, M9. Про M5 я уже рассказывал. Как я и предполагал тогда, отличаются они в основном дополнительными обвесами, то есть броней. Разумеется, ассортимент не ограничен только представленными моделями, к тому же он модельный ряд будет еще расширяться. Все платы будут продаваться в нашем магазине, ну разумеется. На некоторые из них я даже, ну я надеюсь, что я сделаю обзор. На этом, в принципе, все. Встретимся уже в студии на более детальном обзоре, наверное X-Power.